привозят в больницу вообще спившегося наглухо убитого синяка, вообще вот синяк, вот тотальный алкаш вообще, с циррозом печени там, в общем, в печеночной коме его привозят, ну, в общем, при смерти уже. И через некоторое время приезжает шикарная, ухоженная, классная женщина. И доктор, который вот этого мужика лечил, он видит, видит такое несовпадение между вот, ну, мужчиной и женщиной, да? Такой вот такой наглухо убитой пьяницей, такая классная, причем она классная, она не то, что какая-нибудь там, там профурсетка или динамщица, а знаете, такая вот интеллигентная, такая вот, ну, классная женщина. И он меня спрашивает, вот как так вот так случилось, что вот вы, такая женщина видная, классная, вот, ну, связали свою жизнь вот с этим вот погибшим синяком, вот с алкашом. А знаете, какой ответ был? Он за мной так красиво ухаживал. Он на протяжении месяца каждый день дарил мне мои любимые конфеты. Вот я специально сделал паузу, это как в «Ревизоре», немая сцена. Вот у меня, например, вот такой ответ инфантильный совершенно может вызвать только вот приступ вот этой немой сцены. Понимаете, на каком, на основании какого критерия она выбрала себе мужа? На основании того, что он дарил ей правильные конфеты. Друзья мои, вот вы можете себе это представить в отношении психически здоровой личности? Я не могу.